Всех приветствую, добро пожаловать на канал Zen Line. Мы продолжаем играть в игру, которая называется у нас Forest Village. Продолжаем строить нашу деревню. Давайте сначала вспомним, на чем мы закончили с вами в прошлой серии. Мы готовим наш корабль к отплыву. Нам тут необходимо с вами иметь мясного пирога, еще овощного пирога. Но для приготовления этого всего нам нужно много других ингредиентов. Мы вышли с вами в куриц. Да, точно я вспомнил. Это было курятник. И у нас с вами родились, точнее добавилась еще одна новая курица. Вот она у нас вторая. Теперь у нас их две. Давайте посмотрим, чем у нас занимаются здесь сейчас ребята. Ну, по профессии пока все заняты. Сейчас у нас на дворе весна, 19-й год. Ну и давайте подождем, пока у нас появятся яйца, и будем их копить. Тем временем у нас уже 4 курицы есть. Это очень хорошо. Также я, наверное, поставил уже сразу на изготовление мясного пирога, так как нам нужно отправить с вами корабль на экспедицию. Нам нужен мясной и овощной пирог. На овощной пирог у нас пока не хватает яиц. Сейчас мы, соответственно, будем их получать от куриц. А пока у нас есть на мясной пирог, у нас есть мясо, у нас есть мука и вода. Сейчас 20 штук забабахаем. Постепенно, пока мы добываем с вами древесный уголь и перерабатываем это все в чугун, у нас уже есть 30 жителей, которые могут работать. Соответственно, нам становится намного проще и следить за едой, и следить за всеми остальными ресурсами. У нас огромное количество уже дров. Ну и, в принципе, овощи также мы потихонечку бустим, потихоньку они у нас растут. Мы, слава богу, сможем теперь выйти нормально в глину, нормально в добычу камня и руды. И у нас с вами пожар. У нас с вами пожар, горят дома, горят все подряд. Я надеюсь, что сейчас нам потушат все это дело. Только я не понимаю, почему они до сих пор это не делают. Так, хорошо, это потушили. Здесь потушили. И осталось вот эти вот два домика. Еще принести немного воды. Все. Молодцы, быстро потушили. Что у нас там в колодце? Ну, вода еще есть. Хорошо, что еще, кстати, поставил второй колодец. Кажется, где-то здесь. Да, вот он стоит. Да, тоже пригодилась вода отсюда. Что у нас по пекарне? Мы уже произвели 12 мясных пирогов. Кстати, мы забили вроде бы как корабль. Нет, еще нужно 6. И потом останется овощной пирог и улучшенные инструменты. Улучшенные инструменты как раз-таки нам нужны. Но здесь необходим чугун. Для чугуна нам необходим вот этот древесный уголь. И вот мы его, соответственно, здесь делаем. Поэтому работы пока много. Пока остается только ждать и надеяться, что они сделают все это намного быстро. Кстати, по курятнику у нас уже 7 куриц. И сейчас, я думаю, яйца у нас пойдут в большом количестве. Пока на складе я что-то их не вижу. Нет, есть 14 яиц. И, наверное, одной курятни мне пока будет достаточно для того, чтобы произвести пирог. Ну, кстати, давайте пока овощной пирог. Куриц у нас стало уже 10 штук, и они уже начали давать мясо. Скорее всего, они и раньше мясо давали, но я что-то не замечал. Яйца также у нас, соответственно, добываются. Все они у нас уходят на производство пирога. Овощной пирог уже 8 штук. Кстати, овощной пирог, чё ж я не закрыл? Мне же овощной нужно. Ну-ка, давайте посмотрим. Да, нам нужен овощной пирог. Фруктовый можно не закрывать. А вот овощной я что-то пропустил. Инструменты, кстати, что по инструментам? Он там делает? Да, уже 3 штуки готово. Ну, я думаю, в эту серию мы отправим с вами корабль на первую экспедицию. Посмотрим, что он нам оттуда привезет. Ну и, наверное, я думаю, мы закончим с вами этот сезон игры на том, что, наверное, построим все с вами здания. Может быть и раньше, не знаю, я хотел просто посмотреть,
дойти до корабля, отправить его в экспедицию. Ну и дальше, наверное, все-таки закончим на этом игру нашу. Если вдруг вам интересна эта игра, интересно продолжение, то пишите комментарии. Я их все читаю, и мы, соответственно, продолжим. Так, Лачуга-собиратели у нас уже не сезон. Куда у меня пропала информация о деревне? Вот здесь. Вот, соответственно, всех снимаю и распределяю на остальные работы. Я вот что подумал, давайте, наверное, расширять пока курятник, пока у нас есть ресурсы и есть пока время. Поставим его немного побольше. И вот как раз на это место в два раза, да, он у нас больше, я думаю. Хотя, наверное, вот отсюда начнем. Мы не можем здесь строить. Немножко мешает вот этот вот участок. Мне пришлось вручную немного построить, так как я не знаю, то ли забаговался персонаж и не захотел ничего строить, поэтому приходится нажимать вручную и бить молотком. Ну вот, а сам он не хочет это делать, просто стоит. Ну давайте попробуем. Попилим снег. И так, мы построили курятник. Только он выйти теперь не может, да? Поэтому и он потерял свое место работы с жильем. Понятно. Ладно, тогда мы переносим всех. Перенести всех животных сюда. Здесь у нас сколько? 27 вмещает, да? Так, вопрос, как кто будет переносить их? И как это все дело происходит? Так, взял курицу и куда понес? Нет, это не он понес. Так, а как вообще куриц будут переносить? Здесь 0, здесь 27. Они сами, что ли, телепортируются? Получается. Блин, он же так и сдохнет здесь стоять. Он отсюда все вытаскивает, я так понимаю. Умер от голода, портной. Ну, наверное, судьба у него такая. Ладно, ничего страшного. Минус один. Портной, кстати, нам нужен. У нас их нет. Так, что у нас здесь еще нужно? Вода есть, пирог. Пирог, чего они там готовят, нет? И инструменты все есть. Остался пирог. Ничего не видно, извиняюсь. Я сам нифига ничего не вижу. Так, кажется, вот здесь у нас. Так, 6 пирога есть. Яйца есть, да? Давайте тащите яйца. Доделывайте нам пироги, и мы отправим уже с вами экспедицию. И я думаю, посадим с вами овес. А и то нам нечем будет с вами кормить наших кур. Так, где у нас здесь работа? У нас много людей занимаются ерундой. Так, ну строителей одного оставим пока. И направим сюда, на овес. Остального пусть на добычу. Яйца принес. Давайте пироги. Ну, я думаю, наверное, я не знаю, они вряд ли перенесут их нормально. Поэтому придется снести все-таки это здание вручную. Это вот так вот сделать. Ну и ждем, пока он это все дело снесет. Не знаю, курицы у нас перетелепортируются сюда, нет? Посмотрим. Ну иначе у нас они отсюда начнут умирать без еды. Где эта женщина? Постучала два раза молоточком и убежала. У нас строитель умер от старости и курица умерла от голода. Вот, сейчас начнутся проблемы. Давай быстрее сноси это здание. Еще одна курица умерла от голода. Это не есть хорошо. Так, иди сюда. Строить. Надо быстрее это дело снести. Наверное, сделаем это вручную. Все, да? Так, куда они, курицы, побежали? Надеюсь, в соседнюю. Все, мужик, ты свободен. Скорость первая. Курица умерла от голода. Мужик, давай быстрее неси еду курицам.
Не заставляй меня это делать вручную, чувак. Наконец-то. Еще воды принес. Попили. Ну, я надеюсь, они выживут. Итого у нас осталось 14. Ну, нормально, ничего не потеряли. Что у нас там по пирогу? Пирог все никак не могут донести. Почему? Кстати, у нас сейчас жители начнут умирать от еды. Вот это я просмотрел. Так, убираем всех и отправляем на добычу. Мясо они все сожрали еще. Ё-моё. Рыбу разрешаем. Разрешаем рыбу. Здесь пироги утащил, значит, сюда сейчас принесут. Итак, у нас в порт наконец-то донесли вроде бы все, да? Все у нас есть. И осталось только прогресс строительства. Время завершения экспедиции, весна 21 год. Экспедиция отправлена. Ну, кто у нас уехал, непонятно, да, так как количество жителей, в принципе, не изменилось. Ну, наверное, корабль сам по себе уехал. Куриц у нас 19. Все, овес хватает, вода есть, мясо, яйца получаем. Отлично. Давайте с вами построим вот стойло караванов. Все деревом заросло и нифига не видно. И представьте, это у нас только вот такой небольшой кусочек карты, который мы с вами застроили. А сама карта огромная, это все может быть в домах. Здесь достаточно много ресурсов нужно. Ну, давайте посмотрим. Так, торнадо, давай нам сноси. Точнее, не сноси нам наши дома. Вот деревья можешь почистить. Стоп. Опа-на. Прямо на дом. Домик лесника. Давайте посмотрим, какие разрушения он за собой оставит. Это единственный торнадо, который прошелся по нашей деревне. По огороду. И ушел, да? Ну, хочу сказать, что не так-то он и порушил все. Все, да, он ушел у нас. Да, и я вот не знаю, им нужно теперь это все достроить или что? Так, вот это улучшилось, да? Или они вроде бы самостоятельно это начали это было долго. Итак, что мы здесь имеем? У нас есть лошадка, производимый ресурс. Выбрать здание того же типа. Что у нас еще есть? Караван, материалы, бревна. Здесь ничего не нажимается. Ну, в общем, я так понимаю, что у нас этот караван нужен для того, чтобы просто переслать на далекие расстояния с помощью нашей лошадки. Здесь у нас дерево еще лежит. Ну, а я думаю, мы можем завершить пока на этом нашу серию. Не знаю, когда мы вернемся к этой игре, но спасибо всем тем, кто смотрел вместе со мной и участвовал в процессе. Ну, а я с вами прощаюсь.